Поведомление по приеме громадян у сродках массовой информации и на сайте Рогачевского райвыконкама з'явилось еще на початку тыдня, а тому записаться до первого наместника керовника администрации президента мог кожный жадающий. Причем сам Максим Рыжанков уже у самом початку приему подкресливая, до яго можна звертацца па любых пытаннях. У рэчы сярод галоўных задач не толькі дапамога ў вырашэнні праблем, але і маніторинг сітуацыі ў рэгіёне. Людзі жывуць сёння сваёй жыццю, і, конечно же, в нынешні момент вопросы характера такого экономического, они играют большее значение, поэтому, посмотрев, что, образно говоря, какой-то всплеск, наверное, за последние месяцы внимания к этим вопросам, ну вот мы решили такую серию приемов провести. Реалізацыя норм дэкрэта нумар 3 аб папярэджванні сацыяльнага ўтрыманства, бадай самае распаўсюджанае пытанне, з якім прыйшлі на прыём жыхары Рагачоўскага і суседняга Будакашалёўскага раёну. Пры гэтым Максім Рыжанков прынцыпова пазбягае выкарыстання ў адносінах да гэтых людзей паняцця ўтрыманцы. Усе жыхары краіны ў той ці іншай ступені прыносяць карысць дзяржаве, але пры гэтым не ўсе прымаюць удзел у кампенсацыі некаторых дзяржаўных затрат. Максім Рыжанков перакананы, кожную сітуацыю неабходна разглядаць персанальна. По стану на середину лютого от уплаты сборов на финансирование державных расходов на Гомельщине только податковыми органами вызволено 12 867 человек, и еще 518 человек вызволены решениями рабочих групп, которые створены при выконавчих комитетах. Непосредственно в Рогачевском районе становчее решение отримали 15 жихаров. Члены рабочих групп кажут, что шмат кто из отримавших поведомления об необходимости уплаты сбору проблем с наявностью сродков явно не маем. Импортные и совсем не танные мебля, дорогие автомобили и коттеджи у нескольких поверхов. Усё гэта сведчыць аб наяўнасці крыніц высокіх даходаў. Але адваротныя прыклады таксама ёсць. Юлія Баразна, дыпламаваны юрыст, але зараз не працуе, хоць знайсці работу спрабавала неаднойчы. Падчас прыёму першы намеснік кіраўніка адміністрацыі Максім Рыжанков просіць кіраўнікоў райвыканкама знайсці магчымасці для станоўчага вырашэння праблемы. Найти просто ничего невозможно. Сижу дома на зарплату, так сказать, мамы. Она медработник, зарплата, естественно, минимальная, хотя у нее 47 лет стажа. Ухаживаю за бабушкой, которой 90 лет, и работы у меня нет, и платить мне, в принципе, нечем. От уплаты сбору на финансирование державных расходов будет вызволена и Валентина Чернышова. У 2015-м она працавала у дитячем саде, але каб не трапить падение декрета номер 3, ее не хапило усяго одного тыдня. Тяжкую житевую ситуацию, у якой оказалась жанчина, вырашили принять до уваги. Я только слышала его. Он мне говорит, у меня вот эмоции, я ночь не спала. Я вот после принятия вот этих всех до этого решений, у меня была депрессия. Вот эти все месяцы у меня была депрессия, вот сейчас мне будет спокойно. После завершения приема громадян, первый наместник керовника администрации президента Максим Рыжанков отзначая, люди приходили с проблемами, которые можно назвать саправды актуальными. Иншая справа, что большинство из них можно выражать на местном уровне, без звороту в областные и республиканские структуры. И это еще одна основа, которую можно заработать с проведенного приема. Даже если ты что-то не можешь сделать, у тебя всегда остается возможность туда, в центр, написать свое мнение по тому или иному вопросу, я говорю сейчас о руководителей вот районного звена, где обозначить какие-то проблемы и даже, может быть, предложить, что они нуждаются в какой-то регулировке сегодня, ибо нам там снизу виднее, что нужно этим людям. И если даже какая-то есть база там, какая-то нормативная или так далее, ну вот можно, может быть, туда внести какие-то изменения. Или вот дайте нам какие-то такие вот полномочия. И от этого, конечно, будут выигрывать все. На наступном тыдні выязныя прыёмы працягнуцца. У чацвер, 23 лютага, у Гомельскім аблвыканкаме на пытанне адкажа начальнік галоўнага ўправлення па работе са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб адміністрацыі прэзідэнта Рыгор Шлык. На наступны дзень, 24 лютага, ён правядзе выязны прыём у Будакашалёўскім райвыканкаме. Алексей Цюроў, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія Гомель з Рагачова.